И что же, отправимся мы снова на Венеру, добудем голову хранителя врат. Миссия называется «Глаз хранителя врат». И, собственно, за него нам дадут 3000 XP бонуса и апгрейд нашего звездолета. Та-да-да! 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 С горем пополам я еле получил 11 уровень, приобрел новый ствол. Сейчас мы это все будем опробовать. During the collapse, they transformed the planet Mercury into a machine in days. They would have spread to every planet if the Traveler hadn't stopped them. We need to get into the Black Garden. We need a Gatelord's head. В общем, Вексы Марс превратили в планету-машину. Уж такое, а? И они поступят так с каждой планетой, если мы их не остановим. Как вообще вселенная без нас существовала все эти тысячи лет, миллионы лет? Показывай. Блин, Destiny можно купить только из-за одной езды на этих хренолетах. Хренолет. That can't be right. И что это такое? Ни хрена себе. У тебя сейчас был такой лоудинг? Нет. А у меня беспалевый лоудинг такой на экране. Да ладно. И текстурки прогрузиться, да. Next gen, блин. Класс. Здесь народу полно, ясно. I'm picking up a heavy conflux nearby. I can use it to get into their network. 20-го левела. Все, короче, я встрял. Меня убили. Не знаю, они со всех сторон. Нихера себе! Мы рановато сюда пришли, я так понимаю. Я бы на твоем месте так стремительно не бежал бы вперед. Потому что там бронированный глаз. Бронированный? Ой, да. Кошему рад, блин! Готов? О, меня кто-то сзади еще. А ты мел, побыреньку, да. Побыреньку, блин, спросил, питаешь ли ты к нему взаимность. Да. Суперчарджер. Ой! Забавно. Уа, тут внизу гоблины. Тут внизу непонятные существа. У них вместо уровня знак вопроса. Что? Я так понимаю, это те, кого нам убивать вообще как бы не имеет смысла. Да, можно даже не пробовать. Хоть передо мной бегать. Ну, извините, посмотрите на него, а. Это мне мешает! Ой! Там это, Минотаур. Желтый. Желтый? Ага, три. Три минотавра желтый. Где? А, вот. Нет, желтый только один. Как? Остальные не желтые. Больно. Хочу я заметить. Ой, да, мне
Больно. Да, типа того. Почти. Да ни хера себе. Ну здесь сделай что-нибудь. Как работает? Меня вы. Да, меня тоже. Ну страшно как-то, что-то здесь. Страшно? Надо просто одну цель выбирать. Ты думаешь? Я уверен. О, один минусанулся. Отлично. Я предлагаю не золотого напоследок оставить. Вот, видишь, и не все так страшно. Надо только действовать слаженно. Че он исчезает? Ты падла, а? Ай-яй-яй-яй-яй! Лави густа! Пошел ты, я так не умею. Прикольно. Блин. Не только мы тут дохнем, мистер Смоук тоже. Патронов никаких не хватит на них. Вот и я тоже. Ну чё, я не снял ему щит? Как так? Иди ты в баню, давай. Все что ли? Взорвал его одним мощным ударом. Ага. А, молодец, сейчас пойдут. О, кто там, смотри, дохнет народ. Весело, наверное. Я думал, у тебя, говорит, сложная работа. Они долбят этих, которые мне даже уровень не показывают. Да-да-да. Чё найти надо-то? Чё надо найти где-то, надо чё-то... Так, гибай. Мы едем, едем, едем. И дождик капит. О нет! Аккумулятор же Фредди Крюгера разряжен. Нихера себе. Find the gate lord. I sort of had to mess with all the restrict respawn restricted. You're probably going to have to cancel. Это та самая база, на которой мы были ранее. И вот уже гоблин идет. А я застрял. Почему они без головы могут перемещаться, а я без головы не могу? Неровно. Точно. Зарядочку подключить, пока передышечка. Какая передышечка? О чем ты говоришь? А что, нет? Никакой передышечки. Вот, ворота пробудились, пока они будут идти, пока мы ворот не уничтожим. Да ну на. Понял?
Надо ворота не открыть. Как хочешь, так и уничтожай. They're still coming. Kill those gates. Ну как я их убью-то? Ты меня грохнул. Ты надеюсь, скоро рейсит? Нет. Это респаун рестриктед. А. Вот это класс, чё. А как гейт уничтожить? Кто скажет? Пять секунд. Так, я резнулся, беру снайперку и стреляю в ворота. Все, уничтожил ворота. Ха-ха, молодец. Теперь осталось уничтожить всех остальных. Ой, вот этот козел меня убил тогда. Снайпер? Ага. Гоблин как то. Куда у них? Где у них слабое место? Куда им стрелять? В член. У него он есть? Есть. Я так думаю, здесь будут не одни ворота, вон еще одни ворота. Все, ворота готовы. Осталось всех остальных убить. Смотрите на него, блин, а еще. Ой, как-то больно было это все. Да пошли вы в жопу. Нет, главное, он в меня попадает. Почти все хп меня почти. Пушки совсем другие. Охренеть! Ха-ха, молодец. Ага. Где он? Справа, справа. Да ну на. Да ёп. А, он сюда пришел. Я думал, что такое. Спасибо, что прикрыл. Пожалуйста. Обращайся. Там патроны. Блин, а нельзя вот эту левитацию отменить, блин? Она меня изредка напрягает. Лергадиум Лавиоса, сделай. Так. А дальше? А дальше снайпер наверху. Стоит такой. Лус не дует. Ууу, гладите. Ай, меня сзади кто-то убивает. Что происходит? Чё это были глаза? Эти глаза напротив. Эх, да, все мимо. Замечательно. А, ты тоже пустил? Да, ты тоже мимо. Да меня бесит вот эта вот фигня, блин, он еле стреляет. Умрите, суки. Блин, вы будете умирать в натуре, чё так долго-то? А, там надо ворота, да? А где ворота? Ворота вверху. Есть? Это разве ворота? Прикинь. А, нет, готовы. Там я не видел ворота. Я видел и другие светящиеся штуки. Блять, там гоблин наверху стоит. Да, да, есть такая тема. О! Живи. Все, готов. Фу, дальше. Там еще один хоп-гоблин вообще. Что-то он как далеко отошел. Он как-то вообще упал, походу.
Ворота, 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 ворота. Офигел, еще хп-ху устанавливает. Добивай его. Готов. Ой, ты глаз. Лазики, лазики. Фу-фу-фу. Вау. Да я что-то не знаю. Притаились уже. Ай! 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 Там врата. Врата там. Что, я закрылись? Точно? Да. Уверен? Ты что, поддал тебе карю? Там Минотавр! Нет, больно, блин! Минотавр, блин, там фоговый еще. Пошёл. Там глаза летят потихоньку. Минотавр идет. Вот это улетел. А вот сюда вот залезь тут сверху и попробуй. Че, минотавров фигач? Не, ну я мелких фигач вообще. Они убегают. Минотавр. Главное, не попадает, а мы попадаем. И вроде все ровненько, я. Ну чё они прячутся? Чё, они умные? Не умные, думаешь? Хочется умирать? Вот. Еще один глазик. Так, где Минотавр? Где Минотавр? Вот там, видишь, большая фигня? Вот она очень больно стреляет, как ракетница. Он ой, под нами ходит. Еее! И еще давай! Раз. Давай! Перезарядка! Вот эту гидру надо уничтожить. Патроны кончились, прикольно. Там портал загорелся. Где? Сверху. Все. Готов. Нет портала. Нет проблем. Эх. Так, а где патроны-то брать? Где, надо тут побегать внизу. Собирать. Да фиг знает. Побегать, у меня есть, вот 96. А у меня вот теперь есть тоже. Блин, она какая-то непробиваемая. Да, у нее иммун там еще. А бьет она очень больно. Так же с ней надо аккуратнее. Тири-ти-тири. А ты ей в щит стреляешь, ты в курсе? Ну щит-то надо как-то снять. А его так не снимешь. А, так он просто... На днем индикатора нету. Понятно. Надо в жопу долбили. Да?
Ай, ой. Она не хочет поворачиваться сзади. Она не поворачивается. Готово. Да что вы говорите? С ума сойти. Одно говно. Где улучшайзеры? Ладно, последний. Подожди, может тут сверху что-нибудь есть. Последний магазин в обойме. В магазин. Вообще дает увеличенный урон. Опять что ли портал или что это? Какой-то большой портал. Да, и тут мы найдем гей-лорда. Гей-лорда, отлично. И вот мы искаем. Пузо, пузо, пузо. Как тут обходить-то? Нельзя тут отлевитировать как-нибудь по полной программе. А что это такое было? Нормально это? А что нет? Ой, там внизу у тебя веселая компания такая. Охренеть! А чё, нельзя было перепрыгнуть же? Я пытался. А вот так... И вниз. Нихера себе. А, я убили. Ты лучше не прыгай вниз. Я не собирался. Я так и знал. Вау! Зачем они все в меня стреляют? Они еще телепортируются. Кава! Суки! Да какого хрен-то он не долетел? Обоссался я его. Ой, какой ужас. Вася обломал. Так, еще минус. Еще минус. О! Кто такой? Резнул прямо в портал. Да неужели? Они поняли, что это без... А, нихера! Портал тут тоже жопа. Да? Ты обернись. Ну они от меня не касались как бы. А сейчас они мной заинтересовались. А почему они тебя не касались? Да спроси. Блин, они просекли, что их больше, короче. У меня 7 патронов осталось. А, блядь! Как хочешь, убивай, короче. Да ну тебя нахуй, слышь? Чё, смысл ты? Рождаешься, умираешься. Я пытался тебе пробежать, честное слово. Да чё пытаться-то, значит там жопа.
Вот, видишь, я к тебе их подогнал. Видишь, какой я молодец? Охуеть. Еееем! Слушай, а портал-то, я не знаю, закрывать-то надо, нет? А то чем где-то они идут и идут. Не, портал урон не наносится. Сука. Ну чё, как, нормально там? Там уже никого. Да что-то. Ничего себе. Там еще гоблин. У меня патронов нет. Как так? Ну так. Там сзади, чувак, куда ты побежал? У меня патроны появились, подожди. Так, еще один. Ни хрена не один. What the fuck, ребята? Help me. Меня убили. I guess you're going to have to step inside the ring. Так попробуй сейчас сдохнуть. Покухай, спокухай, чувачок. Так, а чё? Уэу, уэу. И чё? Не знаю. Нас окружило. Опа! Что это за хуй? Это тот самый мазерфакер. Вот теперь можно. Теперь можно, да. А он в ответ. За суперчаржил? Да, да, ногой топнул. Я сдох. Оп. Нет здесь никого. Я в домике, да? У тебя сзади такая большая базука. Толку от нее нету, потому что она пустая. Сколько мне капает? О, приличный. Первый раз было меньше. О, резко. Ага. Хорош. Ай! У меня патронов нет вообще ни одного. Я тут нулям голый. Я голый! Да, патроны. Патроны, конечно, здорово. Такой топый. Щелочку такую. Что там, скучаете, блин? Ну, арест на себя. Как
Короче, их надо туда уводить всех, патронов собирать. Опс, как не вовремя. А, у меня загрузка какая-то. Какая загрузка? Эй, чувак, ты чё? Remove from game world, please try again, there may be problem with your internet connection. О, замечательно. We need to get into the Black Garden. We need a gate. Блядь, ох, лететь-то будешь! У меня корабль сейчас пойдет на посадку. Корабль пошел на посадку. Пиздец, я сейчас сдохну. Все, сдох. А я вреснулся. Заебись, давай. О, респаун сработал. Давай, одежда. Тут у нас же стена есть. У меня есть две базуки. Ничего себе. Одна попала. Вторая что-то хуй знает, попала, нет? Блять, суперчарж не долетел. Так, у Зидана там чутко. Все, тут это полно уродов прилетело. Давай, уродов. Зидан, подожди. Так, друзья готовы. Лазил, что называл, а? Чувствует смерть. Ой, прилетело по самой горе. Готов. Yes. Эпик. Закрыли ворота. This better get us into the Black Garden. Let's go get our key from the Queen. Эй! Ты! Эй, капитан! Ебайба! Падите ниц! Я просто его своим большим стволом... Зашел в него вот так. Зашел. Зашел и вышел. Так, ну мне даже дали апгрейд какой-то. Инвентарь. Ха-ха, я убил 5 человек. Джейсон, блин. Слушай, ну шмотка супер говно просто. Да, согласен. За такой эпик, блин, могли бы что-нибудь. Ну тебе Rocket Launcher дали на сотку. Ну, говно. Leave Fire Team, жми там кнопки-то. А, ну да. Ща пойдем сдадим квестик. И все. It is alive. Они живы? And still has its ball. До сих пор с яйцами. There is no shame in running away, Guardian. Apart from the cowardice and failure of it. Говорит, в этом нет ничего страшного, блин, бежать с поля боя, типа. Это не так страшно. А мы не бежали. Oh, we slayed a gate lord. Ghost. We need to find the Black Garden. Нам нужно найти черный сад. They don't even know where it is. Let us tell them. Они даже не знают, где он. Search the gate lord. Давай скажем. Which gains them entrance. Why?
If you wish them certain death, just kill them here. Если ты хочешь, чтобы они мучились в смерти там, то просто убей их здесь. My motive is simply loyalty to a people. A queen and a sister. Then please take what is required. Мне кажется, они факаются. В общем, он должен нам сейчас отдать ключик, да? Да. Ключик у него в башке, наверное, да? Да. А, глаз, собственно. И есть ключ. Dead, unfortunately. A wasted journey, I'm afraid. Perhaps. But I think these ones are resourceful. We gift it in sympathy for their traveler. Кажется, симпатии нам дарит этот глазик. Хера себе симпатии. Mars. 84 north, 32 east. Meridian Bay. Сообщили нам координаты на Марсе. I have shown you benevolence, Guardian. Should the Awoken ever need an ally, I will call on you. And expect you to answer. She's saying you owe us, Guardian. Типа мы должны им теперь. Я понял. Your Grace. Ваше синеглазишество. Good luck. Удачи. Getting through the exclusion zone. Пробраться через какую-то зону. Через зону отчуждения. Типа того, вообще, короче, мы молодцы, особенно я. Нам открыли Марс. Оу, ей. Destination. А я не могу выбрать Destination. А, ну да, я же могу, да? Сейчас, подожди-ка, мы выберем Destination. Так, ну чё, в Тауэр летим, да? Ну да, сдаем квесты и заканчиваем. Лаунч. А где апгрейд корабля? Не знаю, может в этом сейчас? Да нет, вроде. Пока не дали. Ну дадут-то в городе пока. Ну да, я понял. Ну за квест. Чё-то не грузится. Чё-то да. Боже, как это все долго. Next Gen. Ты любишь Next Gen? А Next Gen любит меня. Да, да. Смотрел сравнительные скриншоты GTA 5 на консоли нового и старого поколения. Да. Ну и как? Блять, смешно это, если честно. Ну как, четкие скриншотики такие. Ну и, блядь, ну они только текстурки это подрисовывают, четкость им придают, блядь, до 1080p и все. А ты что хотел? Я хочу, блядь, новый GTA 5. Новый GTA 6 хочешь? Хочу, да. Так, кому бежать, блядь? Надо сначала к этому, к дескриптору, блядь. Читаешь мои мысли? И ой, что тут можно? Классы, там, ой, там кто-то что-то хочет мне сказать. Пара папа 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 папа. Скаут Райфл 111 атаки.
111? Да. Ты скотина. Я скотина. О, кораблик новый. It's fast. Крутой? Фаэтон. Насчет крутой не знаю. Но новый кораблик. Looking for something? Все такие любезные. Аж противно. Ну, у меня уже некуда их засовывать. А почему наш главный Мафакас нам ничего не дает? Мы же убили такую большую страшную штуку. Почему? Он, сука, жадный. Понятно, это дейлики. Дейлики нафиг не надо. Тогда заканчиваем серию. К сожалению, ничего толкового не дали. Продолжим следующий. Всем пока! Пока!